Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. И вот сегодня вашему вниманию я хочу предоставить трактор Кировец К701. Покупался он в 22 году, после капитального восстановления полностью. Он такой один из самых свежих. Хозяйство продает 3 единицы. 12-цилиндровый двигатель. Да, свыше 300 лошадиных сил. С кондиционером. Резина твердая четверка, прям здесь даже 4 с плюсом, я бы сказал. Серединка и так далее. Мосты. Абсолютно все в рабочем состоянии. Демонстрирую. Да, потеки есть, но прежде всего это техника бэушная. Но после капиталки отработал всего лишь 2 года. Если судить по гектарам, то это гектар 700, наверное, не более того, отработал. В отличном исполнении, без проблем. Работал он с 8-корпусным плугом. На походе был. Сейчас еще продемонстрирую с той стороны. Еще раз резина. Твердая четверка. Ну, прежде всего, вам необходимо приезжать. Необходимо приезжать, выбирать, заводить, кататься, проверять. Коробку передач, мосты. Я понимаю, что эта техника стоит очень больших денег. И также прекрасно понимаю, что здесь нужно приезжать и выбирать. Еще раз, на хозяйстве находится 3 трактора. Вот один из них я вам демонстрирую. Так что, кому необходимо, приезжайте, выбирайте, покупайте.